Свобода и рок-н-ролл – все, что им нужно. Впервые в Иваново приехала одна из самых ярких альтернативных рок-групп России. За 4 года своего существования «Луна» порвали популярные рок-чарты, выступили на главных сценах крупнейших фестивалей страны и удивительно быстро собрали мощную армию поклонников. Остросоциальная позиция группы оказалась востребованной на отечественной сцене, которая для Лусине Геворкян стала настоящей трибуной. Мы поем о свободе личности как таковой, о том, как человек сам себя позиционирует в этом обществе, вообще в жизни, в мире, о том, как стоило бы вообще в принципе воспринимать все происходящее, не загоняя себя самого прежде всего в рамки, именно моральные какие-то, этические. У всех понятие вообще, в принципе, не только свободы, но и всех моральных установок собственные. Поэтому как бы не нам решать, ну, скорее, а слушателям, что для них значит свобода в наших песнях. Для нас она выражена вот именно теми словами, которые там есть. А как они уже будут восприняты, это уже дело каждого. Единомышленники, поэтому, в принципе, группа «Луна» является вот именно той группой, вот как она себя, ну, сейчас представляет, и вот с той остротой текстов, как бы, и с той тематикой, и с той направленностью там, музыкальной и так далее, что это симбиоз вот, единомышленников, по сути. Могу сказать, что мы стали сочинять, как бы сочинять тексты социальной направленности сразу с момента образования группы в 2009 году, когда вообще не было еще никаких там даже запахов надвигающейся революции там, и так далее. Вот. И, собственно, на данный момент есть такое как бы ощущение, что очень много уже сказано по разным совершенно аспектам, которые волновали, и хочется еще, может быть, подумать в каких-то других направлениях, может быть, на новом альбоме «Луна», который вот осенью будет уже больше, может быть, других текстов. Но там и музыка поменялась, она немножко стала не такой резкой, да, прямолинейной, она будет более разноплановая, разнообразная, более, так сказать, плавная, может быть, где-то там местами. И, соответственно, и тексты будут гармонировать уже исходя из этого. Для меня близка философия этой группы, потому что они говорят две вещи, которые многие боятся сказать. То есть они рассказывают нам то, что есть на самом деле, а не то, что нам показывают по телевизору, пишут в газетах. Каждый раз просто понимаем, что на наши концерты, особенно сольные, приходят те люди, которым действительно важно наше творчество, которые понимают песни наши, может быть, кто-то по-своему, кто-то именно с нашей позиции, но они действительно их знают, любят, поют все тексты с нами и очень так живо дают нам почувствовать свою энергетику. Если бы этого не было, то как бы мы бы не занимались музыкой, наверное. Ни у кого никогда в жизни не брал автографы. Почему вам так нравится эта группа? Ну, я бы единственный, кто поет о том, что есть у нас на самом деле.
Они и Люмен, больше никто. Вот именно о внутренней свободе, которая есть у каждого человека, но который не всегда открывает ее, не способен открыть, а они дают ее. Сегодня, допустим, был именно тот день, когда я отдохнула. И можно свободно возвращаться уже снова в свое русло и ждать следующих выходных. Я надеюсь, что еще кого-нибудь привезут не менее интересного. Организаторы обещают, что наступающая весна принесет еще много сюрпризов для ивановского ценителя качественной музыки. Главное, чтобы этот ценитель был готов не просто рубиться под рок, но и разделять жизненную позицию музыкантов. Концерт «Луны», к счастью, оказался тому примером. Нина Сардейская, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.